На экране вы видите таблицу для проверки зрения. Запомните тот ряд, в котором вы плохо видите буквы. Теперь перейдем к тренировке. Упражнение будет длиться ровно 60 секунд. 3, 2, 1, поехали! Смотрите на картинку на экране. Ваше лицо и шея должны быть полностью расслаблены. Попробуйте следить взглядом вначале за двумя шариками одновременно, затем за тремя и затем за всеми шариками. Для успешного выполнения упражнения охватывайте взглядом всю картинку сразу, не сосредотачивая взгляд на одном шарике. Продолжайте смотреть на экран и сфокусируйте свой взгляд на видеотренажере. Во время данного упражнения ваши глазные мышцы хорошо прокрывляются, сокращаются и растягиваются. Это не только тренировка глазных мышц, но и коррекция близорукости, дальнозоркости и других заболеваний глаз. Хочется добавить,